Миланка, ты покушала? Милаша. Миланка утром не настроение всегда. Милана смотрит мультик по карусели, поле. Покушала кашку пятизлаковую. Сейчас пойдем умываться, причесываться. И в садик. Курочка кашка. Что, доченька? Ты покушала кашку? Курочка. Курочка? Курочку хочешь? Не пойму, что ты хочешь. Ты курочку хочешь? Нет? А кто у тебя там на стульчике рядом с тобой? Покажи нам. Майя. Покажи. Нет? Нет. Минана никому не показывает Марию. Да, солнышко? Пойдем причесываться? Я еще чай не пила, сейчас буду. Милашку-то сейчас отведу в садик, приду и буду кушать. Пойдем, солнышко, умываться? Пойдем, пойдем! Вот она, наша Мария. Миланочка разрешила ее показать. Маленькая Мария, кися Мария. Милан, мы так долго будем в садик идти, солнышко? А? Давай быстрей. Ой-ой-ой, аккуратно там, лужа, аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, стой там. Милана торопится на музыку. Ты боишься урок пропустить, занятий? Милаш, стой, там уже машинки. Ты, солнышко, у нас погода меняется каждый час. То солнце, то дождь, то снег. Да? Пойдем. Давай ручку. Давай мне ручку. Стой. До сих пор у нас пор. Милана. Ну ты даешь. Мама не досмотрела. Милана прям в самом... самую большую лужу стала. Да. Не убьем. Пошли. И Миланка. Вон Миланка. Милан, у тебя сейчас музыка будет, да? Ты любишь музыку? Да. А у меня еще иголи мать. Да, моя хорошая. Миланка ждет героев маски. Любимые сейчас на данный момент ее персонажи. Любимый мультик. Это машина большая, грузовик. Давай ручку мне. Ты не замерзла? А? Нет? Пошли. Пойдем дорогу перейдем. А я... пойдем по пешеху. А еще Ленька. Кто там? Мой... кто в героях масках? Скажи, расскажи. Гека, кто еще? Олег. Олег, в таком прекрасном костюмчике, как и ты, да? Бэтбой, кто еще? А? Лунечка. Лунная девочка. И Ромео. Да, и ниндзя. И ниндзя. Правильно, давай ручку. Будем с ними играться. Бежим в садик. Я здесь могу. Да, ты быстро можешь. Как герой в маску. Мне ручку. Ручку давай. А то ты у меня герой, убежишь куда-нибудь. А? Пошли, дорогу переходим. Пойдем. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ай-яй-яй, ай-яй, аккуратно. Лужа, 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 обходи лужу. Милана все лужи собирает. Миланка, пойдем. Милаш, нет-нет-нет-нет-нет. В эту лужу нельзя, Мила. Пошли.
Пойдем. Я пришла на занятия в спортзал. Сейчас буду заниматься. Мне уже, если честно, стыдно. Я уже месяц почти не была на занятиях. Вот, и наконец-таки я собралась. То Милана туда приболела, то некогда было, то машину ударили. В общем, я сейчас собралась и пришла, буду заниматься. Такая вот я молодец. Получили наконец-таки милашкины игрушки, посылочку сегодня. Ну-ка, интересно, что там пришло. Они сколько шли? Где-то месяц, да? Угу. Достаточно долго. Да, достаточно долго они шли. В основном как-то быстро все приходит, но... Мы заказывали одновременно Лике рюкзак и вот эти игрушки. Рюкзак уже пришел 2 недели назад, а игрушки вот только сегодня мы получили. Ух ты, прикольно, крутится голова. Ой, какой классный, кстати. Да, большие такие. Ой, классные такие. Голова крутится, ноги, руки не двигаются. Большие, короче. Ну да, ой, какие они классные. Милана будет просто в восторге. Олет. Любимица Миланкина. Олет. Так, здесь не крутится. Не буду крутить, а то без головы останется. Да, Милане главное не показывать, что голова может крутиться у некоторых игрушек. Потому что тогда Милана им будет всем голову откручивать. Что там? Ниндзя. Вау. А ниндзя крутится. Классная. Кто это? Это Гека. Гека. Вообще классно. Кого-то не хватает. Почему? Все хватает вроде. Все на месте, да? Ну да. Ну да. Вообще классно. Это лунная девочка. Да, вообще классно. У нее голова крутится так хорошо. Почему Олет не крутится? А у этой прям так... У лунной девочки прям легко крутится голова. Можно крутиться и Олет. Сейчас отломаю. Не, буду. Лучше не надо крутить, да. Потому что Олет это вообще... Наша любимица, наш кумир... Миланка будет довольна, мы пойдем Миланку встречать, конечно же, возьмем их, потому что она ждет не дождется. Сегодня мы первый день пошли в садик, и она надеется и ждет. Я ей когда отводила в садик, сказала Милана, только чтобы она не плакала, я говорю, я пошла на вокзал за твоими героями в масках, они уже приехали и тебя ждут. И она тогда только кое-как, глотая слезы, пошла в садик, потому что очень ждет, она долго ждала их. Каждый день спрашивала, уже скоро они придут. Наконец-таки мы дождались, так что жду не дождусь, когда Милану буду с садика забирать и принесу милашке такие игрушки любимые. Мы садимся пить кофе. Посмотрите, какую красоту я только что достала из духовки. Вот такие вот дрожжевые косички с маком я сделала. Первый раз такое тесто делала, очень легкое.
Вот, и на вид... Легкое в изготовлении или легкое в потреблении? Легкое в изготовлении, потребление, я думаю, тоже будет. Очень легко все это съесть. Получилось очень много. Это такие косички маковые. Ой, на вид просто аппетитно. Я уже так хочу быстрее это все попробовать. Так что всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Мы будем пробовать, что же за косички у нас. Посмотрите, как я правильно питаюсь. Омлетик. Да. Омлетик, молочко, сметанка. Да, молочко. А я вот кофе и вкусный рулетик с маком. Ой, какие запахи стоят. Просто обалдеть. А мы идем ложиться спать уже. Завтра нам в садик рано вставать. Или Кули в школу. Или Косюня решила пораньше лечь спать, как ни странно. Вот, 10 часов она уже хочет ложиться спать. А я пойду укладывать Милану тоже спать, потому что завтра нам рано надо вставать в садик. Вот, так что всем большое спасибо, кто был сегодня с нами на нашем канале. Всем спокойной ночи, всем пока-пока!